Привет, викинги из династии Викторинокс. Что-то по-настоящему крутое. Сбылась мечта многих. Викторинокс компакт с шилом. Многие мечтали о такой модели, многим нравится и крюк на ножах Викторинокс, но, тем не менее, компакт с шилом тоже многим интересен. Ребят, я прям прошу вашей поддержки, я хочу, чтобы как можно больше людей увидело видео об этом ноже, поэтому ставьте лайки, пишите комментарии, потому что, ну вот, видите, мы наконец-то начали делать нечто такое крутое, нечто необычное, безумно клевое. Здорово. Ну, это кастом от Олеговича по функционалу. Клинок, комбо-открывашка, отвертка, паз для зачистки изоляции, сгибания проволоки, ножнички, штопор. В штопоре у нас часовая отвертка, там у нас под штопором булавочка, в плашках пинцет, зубочистка, ручка. Плашки полупрозрачные. Ну, давайте уже самое интересное, что есть в этом ноже, это вот такое вот шило. Да, вот оказалось, что все гениально просто, и вот можно запросто на место крюка подставить шило. Вот, видите, там у нас, ну-ка, вот так, наверное, получше, может, будет видно. Две шайбочки, две проставочки небольших, две небольшие шайбочки, вот. Ну вот, вроде видно, да? Ну, то есть, шило чуть потоньше крюка, и чтобы оно не болталось, просто две шайбочки ставим. И все, и больше ничего менять не надо. Абсолютно. То есть, шило замечательно сюда встает. Олегович отлично собирает кастом, и этот кастом он собрал. Так, ну и давайте посмотрим, как все это работает. Щелкает бодро. Открывается, надежно держится. В обратную сторону небольшой ход есть. То есть все это замечательно работает, и то, что инструмент другой, на качество щелкания, ни самого шила, ни ножниц, инструмент, который в этом айду противоположный шилу. То есть все это никак не повлияло. Вот такой вот крутой компакт с шилом. Сейчас небольшая вставка по следам предыдущего кастома, кое-что я хотел бы также сказать, упомянуть. Небольшое дополнение к предыдущему обзору, я сказал, что извлечение клинка несколько затруднено из-за вот этой вот, из-за битодержателя в следующем ряду. Так вот, хочу сказать, что это характерно не только конкретно для вот этого кастома, а также и для стоковой модели Victorinox Cyber 2S, то есть где во втором ряду у нас идет битодержатель, то вот извлечение клинка будет несколько затруднено. Ну, вы видите, как я легко открываю это, поэтому, ну, не думаю, что это такая уж и проблема. Просто хочу сказать, что это характерно не только конкретно для кастома, но и для стоковой модели это также имеет место быть. В общем, вот такой вот здоровский инструмент у нас получился. Victorinox Compact с шилом. Да, такая вот простая переделка, и уже вот такой вот интересный вариант получился. Я считаю, чем больше разных наборов инструментов, чем больше каких-то вариантов, тем оно лучше. Ладно, давайте, ребят, поддерживайте видео, пишите комментарии, а я на этом с вами прощаюсь. Всем удачи, всем пока!